продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Сегодня одной из улиц Кызыла присвоили имя Чаяна Сендиола, участкового уполномоченного полиции, погибшего при исполнении служебного долга. Такое решение было принято мэрией Кызыла. С автобиографией погибшего участкового полиция также ознакомили учащихся лицея номер 16 на уроках мужества. Напомним, 3 октября 2018 года в вечернее время при исполнении служебных обязанностей погиб участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Сендиол Чаян Вадимович. Сотрудник полиции в составе оперативной группы находился в микрорайоне «Спутник», чтобы задержать лиц, причастных к краже. В ходе задержания подозреваемые оказали сопротивление. Во время преследования Чаян Сендиол получил ножевое ранение, в результате которого скончался на месте. Ребята, конкурс. Есть конкурс. Там у нас бывают и победители, и номинанты. Так что я вам всем желаю удачи. Пусть победит сильнейший. Добрый путь. Сегодня впервые в Кызыле прошел республиканский конкурс «Лучший мастер» среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Выявить и поддержать таланты особенных детей – вот главная задача соревнования. В номинации «Чунер Дэш» дети привозят готовые проекты. Они в течение 90 минут должны сделать, вырезать один из элементов этого фигуры. А может ребенок сделать полностью от начала до конца. В конкурсе приняли участие все школы-интернаты республики. Участниками же конкурса стали подростки от 14 до 18 лет. Школьники соревновались в 5 номинациях. Это «Чунар да», «Швейное дело», «Поварское дело», «Парикмахерское дело», «Модная прическа и плетение» и «Столярное дело», «Резьба по дереву». Как говорят организаторы, это очень хороший опыт прежде всего для самих детей. Так, по итогам конкурса за первое место ребятам вручили дипломы и денежное вознаграждение. 19 декабря утром в аэропорту Кызыла приземлился самолет «Суперджет» очередного прямого авиарейса «Москва-Кызыл-Москва». На борту московского авиарейса прибыло 25 человек, вылетело из столицы республики 64, отмечает Миндортранс-Тувы. Также ведомство сообщает, что ежедневно с раннего утра работниками оперативных служб аэродрома обеспечена очистка от снега взлетно-посадочной полосы. Напомним, что авиарейсы между Кызылом и Москвой выполняются авиакомпанией «Ир-Аэро». Из Москвы в Кызыл по пятницам из аэропорта Внуково и по понедельникам из аэропорта Жуковский. Из Кызыла в Москву по субботам с прибытием в аэропорт Жуковский и по вторникам с прибытием в аэропорт Внуково. Норма багажа на рейсах 20 кг, ручная кладь 5. За сутки до вылета доступна онлайн-регистрация, а также дополнительный выбор более комфортных мест уже при регистрации на рейс. Стоимость билета включено питание, время пути 5 часов. По информации правительства регионов, перед с 1 января по 31 декабря 2019 года отдельные категории граждан смогут покупать субсидированные билеты на прямой авиарейс до Москвы за 6100 рублей. Закон об отмене роуминга в окончательном третьем чтении приняла 19 декабря Госдума. Авторы документа утверждают, что абоненты сэкономят по меньшей мере 36 миллиардов рублей. Так, документ вводит единые тарифы на сотовую связь в стране вне зависимости от региона, где находится абонент. Согласно принятому закону, теперь условия оказания этих услуг будут одинаковыми для каждого абонента в пределах России. Уточняется, что абонент оплачивает соединение, установленное собеседником, находящимся за пределами страны. Закон в случае его одобрения Советом Федерации и подписания президентом должен вступить в силу с 1 июня следующего года. И о курсах валют: доллар стоит 67 рублей 21 копейку, евро 76 рублей 42 копейки. Склад
Онлайн-магазин «Виктория» – декоративная косметика, аксессуары и многое другое. Оптовикам скидка 40%. Улица Энергетиков 3/3. Красота притягивает взгляды. И подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. Акция от ТСИ. Заплати вперед и получи Wi-Fi модем бесплатно. Подробнее об акции можно узнать в офисах продаж услуг АО «Тыва Связинформ» или в представительствах компании в Кажунах Республики Тыва. За два дня в Туве зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, наезды на детей. Так, 18 декабря в дежурную часть полиции Кызылского района поступило сообщение о наезде на ребенка. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что 37-летний водитель автомашины Hyundai, двигаясь по улице Шахтерская поселка Кахем, сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Второй наезд на ребенка произошел в тот же день около 19 часов на улице Лапсанчапа, Кызыла. По предварительным данным установлено, что 37-летний мужчина, управляя «Ладой Ларгус», двигаясь в южном направлении, допустил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому перекрестку. Машина, которая совершала обгон на пешеходном переходе, сбил моего ребенка. Сейчас мой ребенок находится в больнице. Я обращаюсь ко всем автовладельцам, чтобы были повнимательнее, особенно на пешеходном переходе, так как сейчас зимний период, темно, чтобы были предельно осторожны и чтобы все-таки ехали на максимально низкой скорости. Днем 19 декабря в дежурную часть Кызыла поступило сообщение о наезде на несовершеннолетнего пешехода. Полицейскими установлено, что водитель транспортного средства марки ПАЗ, двигаясь по улице Кочетова на перекрестке с улицей Чехова, сбил 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Более того, водитель скрылся с места происшествия. Очевидцы сообщили сотрудникам полиции, что водитель управлял автобусом номер 13. В ходе розыска сотрудниками госавтоинспекции установлены задержанные. Водитель, житель города Кызыла. За двое суток в наше лечебное учреждение с места дорожно-транспортных происшествий доставлены 5 детей. То есть это они до 17 лет. Из них двое после разового осмотра отпущены на амбулаторное лечение. Трое детей госпитализированы в соответствующее лечебное подразделение нашей больницы различными степенями травмы, тяжести. В связи с участившимися случаями наездов на детей, сотрудники ГИБДД обращают внимание родителей на необходимость принять все возможные меры по обеспечению безопасности детей на дорогах. Учителям провести дополнительные занятия по соблюдению правил дорожного движения, как переходить проезжую часть, на какой сигнал светофора проходить. И водителей призываю все-таки крайне внимательно управлять транспортным средством, особенно во время час пик, когда дети идут в школу, возвращаются со школы домой, в вечернее время внимательно проезжать эти же пешеходные переходы. И граждан призываю, если вы оказались очевидцем, свидетелем дорожно-транспортного происшествия, незамедлительно сообщать информацию в дежурную часть управления госавтоинспекции по номеру 566-11. Стоит отметить, что во всех дорожно-транспортных происшествиях виновными являются водители. Дети переходили проезжие части в соответствии с правилами дорожного движения. Туву поощрили дополнительным трансфертом за опережающее строительство коммунального моста. Правительство России выделило Туве сверхгодовых лимитов финансирования 50 миллионов рублей за счет государственной программы развития транспортной системы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как уточняется в документе, средства предоставляются республике на реализацию особо важного для социально-экономического развития страны проекта. Министерство дорожно-транспортного комплекса Тувы пояснили, что под важным проектом подразумевается
развернувшееся с ноября 2017 года строительство коммунального моста через реку Енисей в Кызыле. Мост является частью федеральной автодороги Р-257 Енисей. По настоянию главы Тувы Шалбана Карола с 2016 года Росавтодор изменил направление этой дороги на территорию региона. И в настоящее время идут масштабные работы по доведению нового участка трассы до необходимой категории. По словам главы Минтранса Республики Олега Бады, строителям удалось более чем на месяц опередить график возведения нового мостового перехода, за что федеральное правительство решило поощрить Туву бонусом в размере 50 миллионов рублей. Тува входит в состав 10 регионов с лучшими показателями обеспеченности медицинскими кадрами. С показателем 47,2 на 10 тысяч населения занимает 8-ю строчку, когда как средние показатели по России составляют 37,4. Несмотря на обеспокоенность общественности выездами врачей в другие регионы, показатель обеспеченности врачами в республике имеет устойчивую тенденцию к росту и за последние 5 лет улучшился на 4 единицы, с увеличением количества врачей на 188 человек. Выезды врачей за пределы региона в основном связаны с финансовыми причинами, при этом в большинстве случаев заключают договор на определенный срок с намерением вернуться в республику. За рассматриваемый период в республику вернулись 50 врачей. Следует отметить также, что есть случаи трудоустройства в ведущие медицинские учреждения в целях профессионального роста, поступления в ординатуру, поддержки детей-студентов в городе их обучения. Да, шубы перестали обильно украшать стразами и брошами. В моду входит поперечный крой. Полоски меха могут быть как широкими, так и узкими. Тонкими меховыми полосками модельеры искусно прорисовывают узоры на спинке или рукавах изделия. И еще одна модная фишка – крой-елочка. Серые, белые, голубые, глубокие синие оттенки потеснили темно-коричневую классику. Но основная тенденция будущего сезона, за которую борются производители – это доступность шубы для всех женщин. Отсюда и снижение цен на изделия из отечественного меха, а также лояльная расчетная политика. Для наших покупателей существует рассрочка до 2 лет на выгодных условиях, без переплаты первого взноса, а также наличный и безналичный расчет. Выставка продажи «Вятские меха» российской фабрики «Белка» приехала в Кызыл. Большой выбор мутоновых, норковых, каракулевых шуб. Для тех, кому не терпится приобрести обновку, выгодные условия рассрочки. Кроме того, все покупатели становятся участниками большого розыгрыша автомобиля Volkswagen Polo, который состоится 12 января. Выставка работает с 19 по 25 декабря в ЦУМе, улица Тувинских добровольцев, 22. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка! «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, порывы до 14. В Кызыле переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -29, -31, днем -23, -25. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка! Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.